Уважаемые воронежцы, поздравляю вас с Днем России и Днем образования Воронежской области. Эти праздники в календаре стоят рядом. И названия в обоих, дорогие нашим сердцам, слова и смыслы. Мы также трепетно относимся к своей большой и малой родине, как и наши предки, которые сражались, трудились, творили, чтобы мы могли жить и быть счастливыми. Чтобы у нас было сильное и заботливое государство, где властвуют великие культура и язык, сплоченное общество и справедливость, семейные традиции и детские улыбки. Эти неприходящие ценности существовали в России и на Воронежской земле веками. Но нашим поколениям сейчас выпала уникальная возможность закрепить их в главном законе страны – Конституции. Верю в вашу гражданскую ответственность, которую большинство из вас уже проявили в последние месяцы. Благодаря ей удалось сохранить и тысячи человеческих жизней, и экономику региона. Огромное спасибо, дорогие земляки, за это. Я искренне желаю вам успеха во всех добрых делах, которые вы делаете ради себя и своих близких, ради страны и родного края. Мы будем трудиться и творить, будем жить и быть счастливыми. С праздниками!